Друзья, всем привет! Постигла и меня участь модуля. Вот мой модулечек. Автомобиль Opel Mokka. Сейчас покажу вам. Опа, вот он лежит. Я еду с радиорынка, с нашего в Симферополе. Купил вот такую вот термоусадку. Вот ее. Можете смотреть функции. 125 градусов, там ТРМ-ПРМ, диаметр 28, значит, толщина где-то около 1 мм, наверное, нет, наверное, поменьше. Вон, 8, получается, 0,8 мм. Значит, стоит она 390 рублей, 400, грубо говоря. Значит, влезает она точно, так что, если будете заказывать это на интернетах, берите потолще. И что еще важно, с клеевой усадкой. То есть вот здесь вот внутри нее клей есть. Ну и сама она по себе толстенькая. Вот она раз, оп, есть. То есть она у вас возьмется от температуры двигателя, а входит, вот смотрите сами. Сейчас. Вот как она входит. Оп. Оп, то есть прям тык впритык. Значит, что еще? Поговорил я с парнем, который там продавал мне это. Он говорит, без проблем все усаживается зажигалкой, потому что она 125 градусов. То есть зажигалочкой поколбасил ее вверху. В середине там не надо, потому что оно там все и так будет держать. Вверху поколбасил, да и все. Вот здесь вот, на вот этих носиках. Я извиняюсь за качество съемки, еду за рулем, телефон в руке. Вот. Сейчас у меня осталось мало времени, минут 30 где-то. Вот так у нас ездят молодечики. За 30 минут я думаю, что я сделаю. Сейчас еще возьму пару зажигалок. Вот, такие вот дела. Значит, по симптомам. Вот что еще важно. Я не дожидаюсь чека. То есть чека у меня не было. Но у меня появилось пук-пук-пук иногда. Бывает просто пукнет. Бывает пукнет раз в минуту. Бывает раз в минуту пукнет раз в 5. Никакой амплитуды нет. То есть пукает тогда, когда ей захочется. Никакой закономерности, ничего не существует вообще. Вот, видимо, когда искра пробьет, тогда и пробьет. Как не пробьет, значит не пробьет. Вот. Значит, еще момент. Я так и не нашел места, где у меня ее пробило. Но есть подозрение на вот этот вот участочек. Сейчас я вам его покажу. Пока едем, светофор найду. Свечи я не выкручивал, сразу решил с модулем эту версию провернуть. Свечи сейчас вот приеду, посмотрю. Я поехал за термоусадкой, все равно рано или поздно это надо было бы сделать. Вот, а свечи, ну а что свечи, ну что, ну какая-нибудь свеча будет чуть засренней, тем более что вряд ли она будет засренней, тем более что я, как так сказать, видите, до предела не довел. Так, вот он магазин, пойду куплю пару зажигалок. И сейчас демонстрирую вам то самое место. Да вот, в принципе, я не знаю, вот как видно на камеру, сейчас вот на солнце, везде есть какие-то трещинки, вот здесь вот, видите, вот трещинки, тут дым, сюда дым, вот здесь какая-то трещинка, вот такая идет вдоль корпуса всего, но это вряд ли пробой. Так, где еще? А, вот здесь вот трещинок очень много мелких.
Но где-то вот прямо аж такая как синяя была. А я что-то не вижу уже. Не, народ, не могу найти. Видимо, солнце ее отсвечивает. Ну, в общем, такие дела. Свечи почему не смотрел? Как бы причина очень простая. Я их менял где-то 5000 назад. Dance, вот эти К, ну, с форума Мока. К там какие-то такие. Ну, короче, с форума Мока. Так, ну вот наш модуль в разобранном виде. Вот термоусадка. Значит, отрезаем. Отрезаем 4 куска по 12 сантиметров. Ну, говорят, что лучше 13. Отрезайте 13, все равно на длинное метровое вам хватит еще. Так, ребят, вот я отрезал по 13 сантиметров. Но все же таки надо было по 12. Так, ну я предлагаю пока ничего не трогать, на одной попробовать погреть ее сейчас зажигалочкой. И посмотреть, чего будет. Итак, начинаем. Ну, запаха гари нет. Как видим. Вот она прекрасно садится. Свои принимает свою позицию. Ну, наверное, так делать не стоит, но я буду делать именно так. Потому что у меня нету еще 3000 для того, чтобы купить фен. У кого он есть, тому повезло больше. Ну, она очень горячая, но она прекрасно села. Ну, а эту часть можно просто взять и отрезать ножничками. Наверное, не ножничками, а ножичком строительным. Сейчас у меня. Канцелярским, который. Ну, если он есть, обрезайте им. Если нету, не обрезайте им. Собственно, кто как хочет, тот так и. Короче говоря, 12 сантиметров было бы в самый раз. Да, и еще, эта термоусадка, она с клеевой начинкой внутри. То есть вот здесь вот клей, вот его даже видно.
Поэтому она усаживается, еще и приклеивается. Никуда она никогда не денется. Так, народ, ну теперь проверяем, как у нас будет обстоять дело с нашей насадкой. Великолепно. Ну а скорее всего наш датчик, ой, не датчик, а теплосъемник, вот это кто не знает, это теплосъемник, он, хотя он тоже наладит. И эта штука на него тоже налезла. Но он налазит один, второй не налезет. Налазит и не слазит. Так. Чтобы снять, надо чуть-чуть раздвигать. Так, ну и смотрим, что произойдет с нашей... насадкой. Ну все, вот она до конца оделась, все прекрасно. Ну вот здесь чуть-чуть как бы она торчит, но это неизбежно, потому как термоусадка все-таки. Ребят, ну все, в принципе, это, я думаю, будет работать. Еще раз повторяюсь, у меня не было чек-энджей. Давайте посмотрим пока, как оно в оригинале. Ага, она чуть-чуть ниже сидит в оригинале. То есть вот так, поплотнее немного. Еще такой момент, народ. Пока я держал ее просто в руках, вот эти штуки приклеились так, что я их уже не могу снять. То есть все. И это, если... Так что делайте по одной. Не надо все вместе делать. Все термоусадки зажигалочкой усажены, все хорошечно. Сейчас одеваю на них заглушки и одеваю колпачки резиновые. Значит, снимать это не буду, все и так ясно. Потом засниму результат. По поводу экранов неоднозначно. У людей ходят без экранов, кто-то ставит с экранами. Черт его знает. Я пока без экранов поставлю. Завелась. Ну, не сполточка. Идем смотрим, чего там. Сейчас она должна прогреться. Обороты немного упадут. Но пока он работает ровно, его даже не трусит. А то он вот так вот не вибрировал прям. Вот так вот делал. Прям здесь. Так, ну-ка пойдем послушаем. Но оборотов пока еще где-то 9 тысяч. Что у нас здесь? Все ровно. Здесь ровный выхлоп. Так, ждем еще. Так, оборотов пока что 9000. Расход 1 литр. Но он даже не шевелится. А раньше он так было. 0,9, 1,1. Здесь все ровно. Вибрация идет.
Ребят, ну вот прогревается. Температура еще, правда, не дошла. Но уже 0,8 расход. Честно сказать, вот бывало такое, что пук-пук делала. И стрелка вот, ну, такая прыгала чуть-чуть. Этого нет, пропало вот. И газ такой уверенный. Вибрация, конечно, идет по салону, но это всего лишь вибрация, то есть. И отроение вот этого подтраивания не слышу. Наблюдаем дальше. Так, ну вот я вышел уже из салона. Ребят, вот говорю как есть. Он работает ровно. Вот я ставлю руку. А бывало такое, он вот так вот иногда делал резко. Пойдемте к лохлохой. Все ровно. Пук-пук нет. Так, что у нас со стрелкой? Работает, не шевелится. И расход упал до 0,7. Такого, в принципе, я давно не видел на холостом. Ну, 0,7-0,8. Обычно это было 0,8-0,9. По температуре, ну, патрубки кипяток, он уже один раз включался. Я думаю, что все, на этом ремонт как бы можно считать успешно законченным. Я вам говорю как есть, я даже свечи не выкручивал. Ну, вибрирует двигатель, то есть, это, наверное, это нормально. Но пропало пук-пук, пук-пук, вот это. Куда она простреливала, хрен его знает. Вот эта защита. Ошибка у меня, еще раз говорю, не было ошибки никакой. Температура не растет. Все работает ровно. Свечи я не смотрел, не выкручивал еще раз по той причине, что я их 5000 назад поменял. Так, ну вот такой вот видеоролик получился. Друзья, все в порядке, все работает, не пердит, не трещит. Чеков у меня и не было, и нет. Собственно, я, видимо, наперед эту проблему услышал на слух и решил избавиться от нее.
Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи в ремонтах. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Покеда.